Канал «Тайные новости и сплетни» приветствует вас, дорогие зрители. Поделитесь своим мнением в комментариях по этому поводу, поставьте лайк, поддержите и подпишитесь на канал. Стало известно об ухудшении состояния здоровья больной глиобластомой заслуженной артистки РФ Анастасии Заворотнюк. По данным kp.ru, женщину парализовало после удаления части головного мозга. Соседка семьи Заворотнюк в коттеджном поселке Крикшино в Москве рассказала, что в последний раз видела актрису сильно располневшей. Но глаза ее остались те же, она посмотрела осмысленно, хотя страдальчески, отметила собеседница издания. Знакомый семьи Анатолий Демидов сообщил, что теперь больную женщину перемещают в горизонтальном положении, так как у нее частично парализована правая часть тела. Он уточнил, что артистка не может двигаться без посторонней помощи, а также имеет проблемы со зрением и с произношением. Полноту Заворотнюк он объяснил реакцией на препараты, которые она принимает. Врачи сказали, что болезнь неизлечима. Вопрос стоит только о продлении жизни, резюмировал он. Ранее дочь актрисы Анастасии Заворотнюк, 26-летняя Анна, отреагировала на упреки поклонников, возмущенных ее радостной жизнью, на личной странице в соцсетях. Спасибо за просмотр! Поделитесь своим мнением в комментариях, поставьте лайк и подпишитесь на канал.